Европейский омбудсмен начала расследование действий Агентства пограничной и береговой охраны ЕС во время инцидента в июне, когда у берегов Греции затонуло судно с нелегальными мигрантами. Тогда погибло около 500 человек. Эмили О'Райли запросила доступ к ряду документов, в которых записано, какие меры сотрудники агентства Frontex должны предпринимать по спасению терпящих бедствия на море. Глава наблюдательного органа ЕС написала: «Трагедия такого масштаба требует, чтобы все причастные к ней лица задумались о своей роли в этом событии. Они должны четко разъяснить общественности, кто несет ответственность за эти смерти». После кораблекрушения возникло много вопросов о том, как взаимодействовали Frontex и греческая береговая охрана. Европейское пограничное агентство утверждает, что оно предложило свою помощь после того, как было замечено переполненное судно, в то время как Греция настаивает на том, что люди на борту отказались от ее помощи. По сообщениям, экипаж судна пытался продолжить путь к берегам Италии.